Благослови, душе моя, Господа, благословен еси, Господи. Во время оно хождаш Иисус в субботу сквозь Есеине. И восторгах ученицы его классы, и идяху, стирающие руками. Нец же от фарисеи реша им, что творите, его же не достоит творите в субботы. И отвечав Иисус рече к ним, не ли сего чли исте, еже сотвори Давид, и да взалкася сам, еже с ним сущий. Как и вниди в дом Божий, и хлебы предложения взем, и еде, и даде сущим с ним, еже не достоишь и ясти, ток мы единим и реем. И глаголши им, яко Господь есть Сын Человеческий и субботе. Бы же и в другую субботу вните ему в сонмище и учите, ибе там и человек, и рука ему десная без уха. Назирах уже книжницы и фарисеи, аще в субботу исцелит, да обрящут речь нань. Он же видишь и помышление их, и речет человеку, имущему сухую руку, восстани и стани посреди. Он же восстав ста. Рече же Иисус к ним, вопрошу вы, что достоит в субботы, добро творите или зло творите, душу спасти или погубите? Они же умолчаши. И возрев на вся их, рече ему, простри руку твою, он же сотвори таку, и утвердися, рука его здрава, яко другая. Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры. Сегодня суббота, 27 октября. И сегодня мы с вами читаем Евангелие от Луки, главу 6, с 1 по 10 стих. И сейчас давайте с вами найдем это место в русском переводе Нового Завета и прочтем его на современном нам с вами языке. В субботу, первую по второму дню Пасхи, случилось Иисусу проходить засеянными полями. И ученики его срывали колосья, ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им, «Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?» Иисус сказал им в ответ, «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий, взял хлеб и предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним?» И сказал им, «Сын Человеческий есть господин и субботы. Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. Он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку, встань и выступи на середину. И он встал и выступил. Тогда сказал ему Иисус, «Спрошу я вас, что должно делать в субботу, добро или зло, спасти душу или погубить?» Они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку, «Протяни руку твою». Он так и сделал. И стала рука его здорова, как другая. Вот такие евангельские строки сегодня Святая Церковь наше внимание предлагает. Мы с вами являемся свидетелями, да и вот очень хочется надеяться внимательными участниками того события, которое нам сегодня упоминается. Итак, Господь с учениками своими в субботний день, опять же сразу вспомню, что суббота ведь это день особенный в таком иудейском мировоззрении, день, в который даже далеко ходить нельзя. В этот день с учениками своими идет, проходит засеянными полями, и ученики начинают срывать колосья, и есть вот это вот молодое зерно пшеничное, растирая руками. Мы с вами живем в христианской цивилизации, да, с христианскими ценностями. И вот, наверное, ни у кого из нас бы, ну, даже мысль не повернулась как-то даже вот это отметить. Что, ну, что такого? Единственное, что, может быть, что мы заметили бы, что подумали, ну, что ли больше покушать нечего, что ну неужели вот настолько все вот тяжело. А ведь можно сказать, так оно и было. Нигде мы не видим, чтобы Господь как-то сильно, знаете, что сам бы заботился, что учеников своих призвал к заботе о каких-то, знаете, земных благах, земном комфорте, удобстве.
Никогда этого не сказал. Конечно, он, как всякий человек, нуждался там и в пище, да и в питье, вот, и одежде. Но одежда по преданию Пресвятой Богородицы, она, вот она шила, ткала. Вот, вот так вот, чтобы, знаете, заполнять свое сознание этими рассуждениями, что мы будем есть, а где мы остановимся, а где мы пообедаем, а что на сегодня на завтрак, да, что там будет, ужин какой. Потому что если бы вот было бы такое, ну, наверное, бы, знаете, дело спасения рода человеческого, оно бы, наверное, бы не получилось, если можно так сказать. Бог пришел для того, чтобы людей на небо повести. И здесь учеников выбирает, ведь, знаете, не то, что забежал, что вы все должны там пойти за нее. Нет, выбирает и зовет только тех, кто способен на это, вот так же, как он, отказаться от всего. Действительно, пока знал, что Бог заботился о них всегда, что они, в общем-то, с голода-то никогда, ну так скажем, не умирали. Хотя вот этот пример, что ученики идут через пшеничное поле и на ходу питаются, показывает, ну, нам и на бедность, на нищету их. И на вот эту непривязанность к, что ли, каким-то земным благам. Ну, вот этот их поступок вызывает вопрос у фарисеев, которые тоже, опять же, здесь, несмотря на то, что это суббота, что вроде бы они должны где-то там пребывать в некой такой бездеятельности, они, тем не менее, идут за Христом, очень внимательно следят, что же происходит. И вот то, что делают ученики, является для них поводом упрека Спасителя. И говорят, что почему, да, вот вы делаете то, что не должен делать в субботы. В субботу действительно запрещен был труд, но запрещен не потому, что сам по себе труд является грехом. Смысл заповеди о субботе, он таков. Человеку внушалась мысль, да, и вот это понимание, что человек, научись в жизни для Бога освобождать место. Хотя бы один день в неделю посвяти Богу. По максимуму освободи себя от каких-то дел. По максимуму. Чтобы день пребывать в молитве, в делах каких-то любви, знаете, в размышлениях о Боге. То есть вот чтобы служить Богу своей жизнью в этот день. А вовсе не безделье здесь имелось в виду. Вот это вот очень важно с вами понимать. Но видим, что иудейский народ, да и фарисеи, как такие, так скажем, в кавычках, лучшие представители иудейского народа, они как раз держались этой формы, что, мол, написано, нельзя трудиться, все нельзя трудиться. А что вот то, что они там растирают зерно в руках, это то же самое, что будут пшеницу жать, потом ее молотить, потом все это, знаете, вязать там в снопы, солому и так далее, в труде целый там день труда. Так вот. То есть вот они вот желая, опять же, да за что-то зацепиться, не вот это совершенно невинное дело апостолов, то, что они здесь даже вот этот закон не нарушали, тем не менее не представляют как какое-то преступление. Им, что самое-то важно нам заметить, им совершенно здесь не важно, что те голодные. Что, то есть они, так скажем, нет хорошей жизни, нет удобной жизни, здесь вот, вот так вот едят эту пшеницу. Что они, фарисеи, уж точно были сыты. Они-то все у них было продумано. Там завтрак, там обед, там ужин. Знаете, не до вот этих каких-то диких зерен. То есть видим, что есть форма у них, есть вот это вот стремление соблюсти закон, соблюсти заповедь. Вот это было не отнять у фарисеев, действительно они старались. Но эта форма, она оказалась без наполнения. В этом плане можем сказать, что фарисеи не были люди праведные, праведные в плане соблюдения законов. Действительно, они не блудили, они не воровали, они не убивали, еще что-то. Но вот самого-то главного не было, любви не было. Не было любви, не было сострадания, не было милосердия. И в итоге это и не давало им правильно понять волю Божию. И в итоге и Бога-то они представляли, как, знаете, вот такой вот требующий судья, что самое главное соблюди, вот букву, соблюсти букву закона и все, во что бы то ни стало, а там грех все синим пламенем. В этом плане можем сказать, что праведность без любви навсегда превращается во что? Превращается в фарисейство. Также можем сказать, что любовь без праведности, они превращаются ли в человекоугодие, или в распутство, что и то нужно. Вот фарисеев не хватало любви. Ну, дальше им Господь напоминает здесь, что вспомните, что сделал Давид, пресвященник Авиафари, когда спасался бегством от Саула и да, бежал там в храм Иерусалимский. Да, и видим, что священник из сострадания позволил ему напитаться теми хлебами, предложениями, которые по закону должны были есть только священники. Давид сам ел, дал бывшим с ним там воинам. И Господь понимает, что ведь видите, что Бог же не осудил его за это дело. Что его Давида почитать как величайшего праведника. А ведь он тоже, казалось бы, нарушил закон. Да, мы знаем, у других евангелистов упоминается еще, что священники там в субботы, да, там нарушают, скажем, субботы, потому что они занимаются трудом по храму, однако тоже становятся невиновны.
То есть получается, Господь говорит, что то есть вы не смотрите только лишь по букве, вы пытаетесь понять смысл, почему вот так, почему вот так. А дальше Господь говорит такую вещь, которая вот она здесь без объяснений, но должна была заставить фарисеев хотя бы задуматься. Он смотрит, сказал, сын человеческий, то есть указано само себя, есть господин субботы. Что значит господин субботы? То есть имеется в виду не самого дня по себе, хотя и в этом плане, да, сын Божий, он творец и владыка всего. А здесь он сказал, что сын человеческий, господин закона о субботе. Сам он говорит, что сын человеческий – это тот Бог, с которым говорил Моисей на Синае, и от которого он получил Моисей вот эти заповеди о субботе. Но это тогда, видимо, осталось совершенно без внимания. Ну а дальше, да, ситуация подобна. Да, другая суббота, синагога, человек, правая рука сухая. Ну, что можно сказать, у нас обычно правая рука главного большинства людей. А тут человек, она парализованная, неработающая. Как ему жить, как ему трудиться? И то же самое видим, что книжки фарисеев, то, что хотя бы хоть капельку сострадать вот этому человеку, они понимают, что Иисус может исцелить его, но им это не нужно. Им не хочется, чтобы тому человеку стало легче. Им не хочется, чтобы Христос исцелил его. Для них самое главное, опять же, Христа здесь уловить, что нарушит субботу или не нарушит. Потому что значит исцелить-то? Надо долго обследовать человека, ставить какое-то лекарство, изготавливать его, потом длительный процесс лечения, поможет, не поможет. Вот такое лечение в их сознании рисуется. Но Господь, да и как бы зная их мысли, опять же, здесь открывается, да, его божественное свойство всеведения. И говорит им, что вот, сами подумайте, скажи, что в субботу делать нужно, добро или зло? Ну, это же очевидно. Что если не делание добра приводит к злу, то подумайте, угодно ли Богу такая суббота, такое соблюдение вот этого закона. Что здесь есть возможность помочь человеку, это явное добро, явное. Чем дальше ведь Господь смотрит, как исцеляет. Он совершенно делает того, что ожидали от него фарисеи. Он просто сказал человеку, протяни руку твою. Тот протянул руку, стал здоровый, как друг. Господь разбивает буквально все вот эти нападки фарисейские, да и ставит их вот перед этим очевидным выбором. Что он делал, добро или зло, спасти душу или погубить? Вот такое Евангелие сегодня мы с вами прочли. Братья и сестры, читали мы Евангелие от Луки, главу 6, с 1 по 10 стих. Напоминаю всем нам о необходимости чтения Священного Писания ежедневно по одной или по две главы. Аллилуйя, 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 слава.